Священник из церкви Сан-Сальваторе в городе Лауро не позволил коронавирусу сбить его с толку. Вместо этого он поднялся на новую высоту, буквально. Он забрался на колокольню храма, чтобы принести Христа в каждый дом. Теперь, вместо того, чтобы встречать людей на скамьях, монсеньор Бон Джованни видит своих прихожан с крыш домов. Мы подумали об этой идее, потому что купол имеет красивое пространство с обзором в 360 градусов. Мы поняли, что оттуда сможем видеть большую часть прихода и быть в контакте с прихожанами. Священник возглавил молитву на четках розария, благословил людей святыми дарами и провел пасхальную воскресную мессу с крыши храма. Когда люди слышат, как я говорю с купола, они приходят к своим окнам или балконам. Так наша община собирается вместе. Это хорошо, потому что мы молимся вместе, а затем каждый спрашивает соседа, как дела, как здоровье, вы все еще живы? Теперь наша община встречается на крыше вместо площади. Священнику нравится встречаться со своими прихожанами любым возможным способом, и он признает, что карантин – это трудное время. Чтобы не падать духом, он приветствует людей, проходящих перед его храмом, в надежде поддерживать связь с приходом любым возможным способом. Это невообразимый опыт. В этом есть тяжесть, которую я даже не могу объяснить. Роль священника состоит в том, чтобы служить мессу, ища способы поддержать своих людей. Я, наконец, вздохнул спокойно на Пасху, когда служил святую мессу с крыши. Я уже не мог служить мессу в пустой церкви. Я должен служить мессу для своих прихожан. Монсеньор Бон Джованни утверждает, что роль священника в этот период все еще состоит в том, чтобы осветить людей и встретить их там, где они находятся на жизненном пути. В текущий момент времени люди остаются дома, склоняясь над перилами своих балконов, поэтому этот священник идет на крышу церкви, чтобы продолжать служить им.